Ну вот. Левую сторону я точности так же сделал, как и правую. Вот так это выглядит. Сейчас у меня получается, эту часть я отпилил, отделил. Вот так он выглядит, внутренний механизм. Сейчас я буду этот механизм отводить на эту же длину и приваривать. И также сюда надо будет сделать пластинки, прикрутить эту качалку. Две пластинки надо будет изготовить. И также это все варить. Потом по плану работы трубы тоже так же пойдут. Все по ходу движения. Вот так я приварил натяжной механизм. Получился у меня вот отсюда вот до сюда. Я переместил на расстояние на 12 сантиметров. Ну тут также надо будет пустить квадрат. Все это усилить. Заднюю всю часть. Сейчас надо вырезать сюда пластинки, чтобы прикрутить качалку. Вот тут у меня уже так сделано. Ну вот, приварили я такой квадрат. Так, еще хотел рассказать. Отсюда и отсюда у нас идет. Сейчас мы возьмем линеечку, чтобы вам показать, насколько у меня получилось. По каткам, если проберем от центра и вот сюда. Так, где-то получается 34 сантиметра. Вот, варил два квадрата. Сейчас поставлю качалку, задний каток. Все это соберу, поставлю на пол и буду заднюю часть усиливать. И все. Это я все собрал. Вот так примерно натянул гусеницу. Эту качалку я решил сделать жестко, поэтому вот сюда надо будет еще приварить пластинку и в этой пластинке сделать прорези. И тут просто будет болтом стягиваться, и этим болтом стягиваться. Посмотрим, как получится. Сейчас мы его поставим на гусеницы и будем делать заднюю часть. Все, я опустил на свои гусеницы. Сейчас будет трубка от этого края идти сюда. Эти трубки кверху. Будет сейчас делаться жесткость. Конечно, вот так уже выглядит. Столько не уходит гусеница.
закончил я заднюю часть. Усилил. Вот так все. Сушку поварил. Сюда сверху я буду пускать лист железа. Ну, а сюда брызговички маленькие. Сейчас, в принципе, я буду его ложить на одну сторону и будем заниматься задними качалками. Натяжным механизмом. Как это все будет выглядеть. Ну вот я вырезал вот такие пластины. Эта пластина будет привариваться так. Тут сверлится отверстие. И когда мы будем механизм этот весь натягивать, оно будет у нас все сюда уходить. Потом мы затягиваем этот болт, этот. Также сюда я вырезал тоже пластину. Маленько другую. И она также сюда будет вариваться. И тот же самый смысл. Ну, вот тут я просверлил отверстие. И сейчас у нас, когда будем крутить болты, будем качалку натягивать. То есть вот так оно все работает. Также у нас тут стоят втулки. Эти втулки надо подрезать по миллиметру по 4, чтобы это все место сжималось. Чтобы на 4 болта все это сжать. Сейчас попробуем натянуть гусеницу. Посмотрим, как будет выглядеть. Вот все. Правую сторону собрал. Осталось только отрепетировать гусеницу. Вот так это все выглядит. Эта качалка у меня жестко стоит. Подвеска будет также работать. Потому что, видите, какой получается стал угол. Если вот так сделать... Когда будете ехать по ровной дороге, задняя качалка она трогать не будет. Когда время качкаря будет доходить. Не, ну конечно, выглядит, конечно, классно. Сейчас левую сторону также все сделаю. Потом буду репетировать гусеницу.